Да, вот смотрим, давайте шайбы. Тамбовская. Вот здесь очень хороший бросок, конечно. Да, я когда смотрел, как игрок Тамбова замахнулся, я думал, что сейчас будет мощный бросок, но низом. Обычно после таких замахов шайба идет на уровне там щитков, может быть. Но тут Баев решил, может быть, ущерб мощности броска, но направить ее вверх. Но получилось так же сильно и в то же время точно прямо в девятку от штанги шайба залетает. Да, ну и неудобная высота для вратаря, конечно, я думаю, здесь нет вопросов к Денису Синягину. Да, вопросов быть не может, игрок остался один, у него было много времени для того, чтобы подготовить бросок. Да, ну и вот решающая во многом шайба, счет становится 3-3, это Захар Чернов, 78-й номер. Как там шайба проскользнула между вратарем да, и штангой? Да, как-то с каким-то рикошетом, может быть, от Вени Баранова, может быть, там шайба попала в клюшку Денису Синягину. Но суть в том, что наиграл Тамбов на этот гол сегодня, в этом не может быть сомнений. Да, ну что же, будем завершать наш эфир. Вот такой результат. Послезавтра матч с Дизелем. Динамо все-таки одно очко потеряли, хотя после двух периодов, в общем, имели, конечно, и по счету преимущества. Ну и, наверное, рассчитывали болельщики, что будет все по-другому. Матвею большое спасибо за сегодняшний эфир. Ну и послезавтра игра с Дизелем. До этого момента с вами прощаемся. До свидания. До новых встреч. До свидания.